Серьезные кадровые решения были приняты в четверг на Политсовете «Единой России». Лидер общеобластного списка Михаил Минь передал свой мандат Виктору Смирнову. Губернатор отказался от места в региональном парламенте и продолжит свою работу на прежнем посту. А вот вице-губернатор скоро должен объявить об уходе с должности. Председатель Думы прошлого созыва Сергей Пахомов предложен Президиуму Генерального Совета в качестве кандидатуры на должность Совета Федерации от Ивановской областной думы нового шестого созыва. Исходя из вышесказанного, можно спрогнозировать, что Сергей Пахомов обретет статус сенатора, а Виктор Смирнов возглавит региональный парламент.